Здравствуйте, дорогие наши зрители! Многим полюбились эти новенькие белые тигрята, которые сначала были злючками, пугались, когда на них смотрели посетители, подходили к их вольеру. А сейчас смотрите, как беззаботно спит этот малыш. Но хотя малыш уже вряд ли подходит к описанию этого тигренка, потому что он очень вырос с момента появления в парке Львов Тайган. И сейчас это уже такой крепыш. Лежит, вот смотрите, почти на всю лежаночку эту будочки. И спокойненько так уже созерцает на Елену Желябову из полуприкрытых век. Говорит, ну здравствуйте, я вас уже хорошо знаю и совершенно не боюсь. Животные очень хорошо чувствуют добрых людей, поэтому этот тигренок сейчас спокойно спит, пока его снимает Елена. Кстати, друзья, все белые тигры произошли от одного тигра, которого в 1951 году удалось извлечь из дикой природы, где он обитал. И потом вот все потомство белых тигров, которые сейчас проживают в самых различных зоопарках и странах, произошло от того тигра. Поэтому среди белых тигров наблюдаются иногда, конечно, такие вот побочные эффекты. Но, тем не менее, говорить, что все белые тигры имеют какой-то дефект, совершенно неправильно. Мы с вами видим по парку Львов Тайган, по Радже, Султану, Джульетте и Ромео, что все они прекрасно выглядят и вполне себе здоровые. Что ж, друзья, спасибо за видео Елене Желябовой. Всем мира и добра. Пока-пока.